Добрый день, наши уважаемые покупатели магазина «Олимпия», город Екатеринбург, торговый центр «Гринвич», опять с вами. А мы показываем нашу коллекцию, работаем в режиме онлайн, и которая выполнена в разном цветовом решении. Это коллекция наших пальто пуховиков в длине 120-123 сантиметра. Я обязательно покажу. Итак, одна модель выполнена в трех цветовых решениях. Это бежевый, это базовый черный, обязательно просмотрите. Но сегодня я хочу порадовать вам королевский синий цвет. Посмотрите, он просто шикарный. Это подкладочная ткань, а это основная. Хочу начать, во-первых, с легкости. Это невесомые изделия, хотя наполнитель здесь идет 90% пух и 10% перо. Вы знаете, все равно по праву он считается, этот наполнитель, это сочетание, самым теплым для производства пуховиков. Ткань идет матовая тафета, мы уже с ней знакомы, кто с нами, кто следит за нашими репортажами. Это водоотталкивающий эффект, грязеотталкивающий и, конечно, очень хороший теплоизоляционный свойства. А самое главное плюс данных пуховиков в этой ткани, то что они повторяют вашу форму вашего тела и облегают, и вы не чувствуете. За счет того, что ткань идет с эффектом стретча, то есть нитка чуть-чуть подтягивается за вашим движением и за вашим телом. Очень хорошая молния. Фурнитура здесь везде идет Япония, и логотип идет, конечно же, фирма. С этой фирмой мы работаем давно, а вообще на рынке она более 10-15 лет. Классная марка, которая заслуживает, на мой взгляд, вообще похвалы. Да? У нее всегда отточенная база лекалок. У нее всегда хорошие ткани, цветовое решение, но, конечно, фурнитура. Пуховики не лезут, вы очень часто спрашиваете. Нет, в данном случае это не про нас, не про наши изделия. А дальше, хочу обязательно простегнуть до конца, когда выбираете пуховик, для вас это очень важно, чтобы зона лица, горло и грудная часть была хорошо защищена. Здесь можно не одевать шарфов, не одевать свитеров, не наматывать. Посмотрите, очень хорошо облегает форму лица. Далее, есть по капюшону кулиса, то есть вы ее можете подтянуть, да? Будет такой вот буховый воротник, то есть капюшон, форма капюшона превращается в такой дугловатый воротничок и защищает, в общем-то, все, что вы хотите. И зону головы, да, и, конечно же, зону лица. Мне очень нравится данная модель, что она идет не овером, а очень много запросов, а именно с отрезным плечом. То есть таким образом у нас с вами получается аккуратное пуховое пальто. Ничего лишнего нет. Слегка А-образный силуэт. То есть это дает право работать и на грудь на два размера, да, и, конечно же, на два размера плечо. Карманы классные, они еще идут и на магните. Хочу показать вам цвет. Не знаю, насколько камера передает, но он, знаете, такой вот темно-темно-синий. Синий такой оттенок и чуть-чуть слегка уходит в чернинку. Ну и сочетание, конечно, с лавандой. Это всегда нарядно, и я думаю, что два сопутствующих цвета. Еще раз покажу постель. Ну и хочу показать действительно прошивку по спине. На синем, не знаю, насколько камера передает. Посмотрите, она практически вся выполнена по горизонтали. То есть никаких квадратов, объемов здесь нет. Да? И слегка А-образный силуэт идет снизу. Два капюшона. Один мы проговариваем малый, а другой большой. Большой более плотный, он основной. Но маленький, допустим, в перебежках где-то или просто накрыть голову, вы можете им пользоваться. Ну вот все в этих пуховиках, все достойно. Фурнитура. И еще раз хочу показать подкладочную ткань. Стоимость изделия с учетом скидки для наших подписчиков, а коллекция реально новая, 44 600. Это пуховик, который будет вне времени и который вы будете носить не один сезон. Легкий, теплый, комфортный и ничего вычурного нет. Европейский вариант, стильно, красиво, без ничего. Итак, эта модель у нас выполнена в трех цветовых решениях. Еще раз хочу повториться. Это бежевый. Вот на мне королевский синий с лиловым подкладом, просто великолепный, неординарный. Но и базовый, черный и уже с бежевым капюшоном. Ну а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. Это объем груди, бедер и вашу ростовку. Это очень важно. Без прибавок, пожалуйста, чтобы мы изделия старались максимально точно подбирать.
можно приобрести как единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн можно оформить беспроцентную рассрочку. На любом сроке досрочное погашение есть, это очень удобно. И отправку мы делаем в СДЭП либо Почта России. На сегодня все. А у Юмышки, как всегда, и семья Олимпия, и мы идем дальше.